15 апреля Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев, въехавших на территорию Молдовы из-за военных действий в Украине. Груз состоит из медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи. Временный поверенный в делах Молдовы в Азербайджане Николай Кожухарь выразил благодарность Азербайджану за отправку гуманитарной помощи для украинских беженцев. Около 100 тысяч граждан Украины находятся на территории Республики Молдова. Это означает, что около 4%, около 4% со всего численности граждан Молдовы. Еще раз хочу поблагодарить дружескому Азербайджанской Республике, лично президента Ильхама Алиева за эту помощь. Еще раз подтверждается дружеское отношение к нашим странам. То, что еще крепче и в дальнейшем свяжет наши дружеские отношения. Спасибо.